Вышка тригопункта. Ветхая, ветхая, старая, старая. На нее не полезем. Да. На нее не полезем. За мной. За мной. На болото. Ага. Ну, а это вроде как то самое оно и есть. Давай, герой, герой. Герой. Для его романа. Ну, Саня, спасибо. Все, спасибо. Только не держи. Таких. Что ты покраснел? Ты типа фоток сделай, потом, когда с компьютером состыкуем, чтобы можно было и фотку сделать. Да. Может, берем принести большой. Ну тогда Володя должен повернуться, чтобы я фотку сделал. А ты поближе подойди. А я и так нормально вижу. Не, у него жопа большая, он не повернется. Долго. Владей, Брейс. Все, есть контакт. Пойду я землянку сниму. Личность, не фотогеничная. Ха, у кого она фотогеничная? Там баня. Так. Это одна из ям, которую били очень давно они. А вот и земляночка. Здесь они зимуют. Здесь стоял ворот. Ну это так. Цветочки, ягодки чуть попозже. Это дедовская яма старая. Полностью убита траншея. Они брали неплохо в свое время. Ирин, Санька, ты на УАЗике приезжал? А? Санька, ты на УАЗике, наверное, приезжал. Рома, что ли, поставил? Да, конечно. Че у них, 8 кустовов? Вот, до этой квартал. Вот до моей. Ленис говорит, а? Ну, давай. Процесс, процесс омоложения. Ха. Ну давай. Ну чуть-чуть. Чуть-чуть давать. Машина это скорая помощь. Ну таблетка. Колеса зиповские вот такие шириной. И высокие. Хорошо! Спереди лебедка. Этот человек сегодня купался в яме. Наполненный проточной холодной водой. Я сказал, осторожнее, не порежь лезвие на